Благотворительные организации, спасающие нуждающихся животных, есть по всему миру. Так, на Бали волонтеры нашли собаку, которая не выжила без людей. Волонтеры нашли испуганную Мичи, хотели отвезти ее к ветеринару, но собака от страха забилась в канализацию. Волонтерам пришлось 3 часа ждать спасателей, которые освободили животное. На осмотре у ветеринара оказалось, что у собаки в голове большая дыра. Мичи побрили и начали лечить. Когда ей стало лучше, Мичи переехала к одному из волонтеров на передержку. Все было хорошо, но так Мичи заболела вирусной инфекцией, которая обычно передается от зараженной собаки, к счастью, желание жить, а также иммунная система щенка справились. Затем Мичи встретил свою будущую маму Шафран. Теперь он живет вместе с другой собакой хозяйки Гарсконом. Как только Мичи увидела свою хозяйку, то связь между ними возникла мгновенно. После долгих дней лечения Мичи наконец счастлива и выглядит, как и должна она, прекрасная помесь мальтийской болонки. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.